Дмитро Горощенко – майстер спорту з шахів, віце-президент Федерації шахів Миколаївської області. Вільний час присвячує сім'ї та грі в шахи. Улюблене хобі стало для нього і найбільшою пристрастю і справою життя. Дмитро, вітаємо вас у нашій студії. Як у вас настрій, як у вас справи? Добрий день, хороше настроєння, утро. Але сьогодні у нас така визначна подія, дата. Сьогодні 8 травня, День пам'яті та примирення. Що особисто для вас значить ось ця дата? Я думаю, що не тільки для мене, а й для людей, собственно говоря, здравомислящих, ці дні, 8 мая, 9 мая, означають... Дни, когда стоит задуматься о том, какой ценой нам достался мир, особенно в сегодняшнее время, когда в стране у нас идет война, продолжается война, и нам всем надо задуматься над тем, какой ценой это все достается. Поэтому, конечно, мы, как и все, вспоминаем о тех далеких временах, когда наши родные, близкие ценой своих жизней, значит, завоевали нам мир во Второй мировой войне. Є в інтернеті ось такий, та я впевнений, і відео можна знайти, вислів, часто лунає з сусідньої країни, російською це звучить як «можемо повторити», але насправді що тут повторювати? Хіба ну, я це сам потрібно це повторювати? Ось. Насправді. Чоловічська життя, дійсно, вона безцінна, і це є, повинно бути головною ціллю, головною цінністю. В сучасному обществі. Це має бути, але, на жаль, це обезцінюється. І насправді ще ми хочемо з вами поспілкувати сьогодні не тільки про це. Ми знаємо, що 2 травня відбулося урочисте відкриття чемпіонату, фіналу чемпіонату шахів, так? Чемпіонату України. Да, в Николаєві в ці дні з 2 по 12 мая проходить чемпіонат України серед дітей до 10 років. Це 2009 рік народження і моложе. Нам очень приятно, что такой чемпионат у нас проходит, ну, уже тяжело сосчитать, но больше 20 лет. Это уже наверное, традиционно, так? Это традиционно в Николаеве. И само у нас в Миколаеве. Совершенно верно, в Николаеве. Дело в том, что это непростой с точки зрения организации турнир, потому что традиционно участвует больше 100 человек. В этом году у нас 125 участников из 21 области Украины. А мы можем представить, что юный шахматист, 10-летний, он приезжает, как обычно, не один, это и с тренером, и с родителями. Поэтому можно так грубым счетом, как говорят, посчитать, что около 300 человек в Николаеве больше 10 дней будут находиться и играть в этом чемпионате. Сам чемпионат состоит из 3 видов программы. Классические шахматы, быстрые с укороченным контролем и молниеносная игра «Блиц», где каждому участнику дается всего 3 минуты на партию. Сегодня у нас в Николаеве состоится 7-й тур, уже 6 сыграно. Пока лидируют киевляне, Игорь Самуненко, кандидат мастера спорта, и киевлянка Тороповцев. Значит, ну, говорить о том, что они уже станут чемпионами еще рано, осталось еще 3 тура, и шахматы, как и в любом виде спорта, вот вчера состоялся, кто любит футбол, смотреть матч Ливерпуль-Барселона, когда, казалось бы, Барселона явный фаворит, и предыдущий матч выиграла, но, тем не менее, спортивная судьба так сложилась, что дальше прошел Ливерпуль. Так и здесь. Пожелаем, конечно, ребятам удачи, но бремя лидерства может быть сыграть здесь и злую шутку. Я уверен, что конкуренты с каждым туром все будут стараться этих лидеров обыграть. Як зараз справи саме у наших маленьких миколаївців? Около 30 миколаївців участвуют в этом чемпионате. Для нас ведь чемпионат очень важен тем, что... Проводя его, мы позволяем нашим местным шахматистам в большом количестве участвовать в чемпионате, потому что финансовая нагрузка поехать в другой город на 10 дней – это 10, больше 10 тысяч гривен с родителями, это, наверное, скромно, так, если жилье, питание. Вот. Поэтому участвует много наших. Ну, наш чемпион области Мухаммед Назир, он сейчас в десятке находится, занимает 9 место, и, в принципе, если ему удастся на финише, на финишных 3 туров набрать максимальное количество очков или хотя бы 2,5, то я думаю, что он будет в пятерке. Но большое напряжение, конечно, на этих детей. Можете себе представить, в 10 часов начинается тур. Обычно партия длится ну, минимум 3-4 часа. Вчера партии длились и по 5 часов некоторые. Это одна партия. Потом ребенок обедает, естественно. И начинается подготовка к следующему туру уже с тренером, значит, к своему сопернику на завтра. Поэтому такой рабочий день ребенка может достигать полноценной 6-8 часов. Вот. Но
такие, они уже спортсмены, можно сказать, профессиональные, они к таким нагрузкам привыкли. У девочек более скромнее результаты, но, скажем так, 2009 год рождения у нас как-то не блещет. Ну, есть такое понятие в спорте, как, значит, периодичность, да, где-то 8-й год посильнее, может, у нас будет 11-й сильнее год рождения. Так уж получилось. Є все ж таки, так? Бо я відносно нещодавно так читав про, не знаю, чи можна назвати це теорію, але все ж таки, ви кажете, з вашого досвіду таке присутнє, так? Ну, очень просто. Давайте возьмем прошлогодний чемпионат Украины, в котором участвовало 180 с лишним детей. Это 2008 год рождения моложе. Все-таки и уровень был, будем честно говорить, посильнее. Хотя этот чемпионат и сильный. Было краще, да? Результаты тут трудно сказать, потому что, в принципе, на длинной дистанции оно потом все выравнивается. Но если говорить о детях до 10 лет, то, будем говорить так, 2008 год демографически получился более массовым, чем 2009. Не знаю, может быть, международный экономический кризис тех лет повлиял на демографическую ситуацию, но, тем не менее, есть что есть, есть статистика. Ну, ось ви зазначили, що зараз захід відбувається чемпіонат України з шахів в Миколаєві. І, по суті, миколаївці приймають в себе вдома, так? Да. А як ви думаєте, чи відповідальність зростає, коли наші маленькі миколаївці, не тільки маленькі, вони виїжджають і грають не вдома, так, в іншому місці, а можливо, і за кордоном, тому що такий досвід так само є. Звісно, є. Ну, я думаю, для юного спортсмена відповідальність, де грати вдома чи на виїзді, в принципі, ну, рівнозначно. Він в будь-якому випадку виходить на партію, выкладывается максимально, думает о ней, там, грубо говоря, спит с мыслями, просыпается, ему надо играть. Поэтому здесь, может быть, дома есть небольшая такая, ну, простота в том, что ты живешь дома, вроде все, да, родные стены. С другой стороны, есть спортсмены, которые отмечают, что на выезде им играть легче просто потому, что, ну, ты отвлекаешься от домашних всяких дел, ты выезжаешь, и ты полностью концентрируешься на своем деле, какой бы это ни был вид спорта, в данном случае шахматы, ты полностью выкладываешься. Поэтому это очень индивидуально, мне кажется, и каждому тут главное хорошо стартовать и хорошо финишировать. Дмитро, ну, шахи – це такий ж самий спорт, як і всі інші види спорту. Тому я впевнений, що, скажімо так, якийсь такий певний хист, не знаю, талант, здібність, як це назвати, все ж таки має бути присутня. Тобто не кожен може стати майстром спорту з шахів. Як розгледіти ось цю от родзинку у своєї дитини? Ну, конечно, не каждый. Прежде всего, если мы говорим о детях начинающих, а это, будем говорить так, возраст 4-6 лет, то родителям я дам совет, если вы заметили как интерес дома ребенка к шахматам, то идите его обязательно к тренеру. Все контакты есть там на сайте Федерации шахмат Николаевской области. Можно выбрать себе любого тренера, созвониться. И, а там главное привить любовь к шахматам. Часто бывают такие, ну, родитель замечает талант и начинает то, что называется, форсировать процесс. Хотя и тренеры советуют, может где-то повременить, как-то спокойнее. Ребенок где-то может перегружаться, отбиться охота от шахмат. Вот. А с другой стороны, если родители заметят, что, ну, грубо говоря, интереса ребенок не проявляет, можно отвезти на тренировку, посмотреть, ведь дети меняются с возрастом. Кто-то любит играть на пианино, а потом, не знаю, тяжелой атлетикой занимается в итоге. То есть надо попробовать себя в разных видах деятельности, и если вы увидите, что ребенок часами проводит за шахматами, ведь это лучше, чем за компьютером. Наверное, стоит попробовать. Але зараз шахи є в нас і в комп'ютері, але в мене запитання наступне не про це. Ми знаємо, як і всі миколаївці, що вже давно йде ремонт будівлі шахового клубу. Де зараз грають наші миколаївці маленькі, якраз ось на чемпіонаті України? І чи може, наприклад, будь-який інший миколаївець, який не грає в шахи, просто прийти підтримати або навіть спробувати себе? Ну, я відповім з останнього питання.
кто угодно прийти на чемпионат Украины играть не может, потому что, конечно, там необходим определенный квалификационный уровень, разрядники у нас играют, ну и дети соответствующего возраста. А поддержать ребят можно ежедневно в 10 утра, у нас начало тура, можно прийти в Национальный университет кораблестроения, корпус возле стадиона, третий этаж, мы, кстати, благодарны администрации университета за то, что позволяют нам, там очень красивый зал, позволяют там играть. Вы затронули тему ремонта, она очень важна для всех любителей шахмат Николаева. Значит, ну, ремонт сейчас происходит. Единственная проблема, и она, я думаю, для всех такого плана ремонтов, значит, существует. Закончились деньги, как обычно, у строителей. И вот областной совет должен на следующей сессии, когда она состоится, выделить очередную сумму. То есть там проведены первоочередные работы по укрупнению фундамента. Ну, опять же, нам бы хотелось... Это запланированный термин, коли цей ремонт має підійти до завершення. Совершенно верно. Срок 31.12.2019, и мы все ожидаем того, что это все случится в срок. Но для того, чтобы клуб был полностью отремонтирован, здесь необходимы слаженные действия, как той власти, которая выделяет деньги, генерального подрядчика и так дальше. Я честно хочу сказать, что в кругу шахматистов такие опасения бытуют, что это будет долгострой, и я разделяю это мнение. Мне, честно говоря, ну, хотелось бы, чтобы это было раньше, но как оно будет, здесь, наверное, стоит отдельную программу проводить и приглашать сюда генеральных подрядчиков или специалистов, да, потому что, ну, мы просто хотим, а как оно будет, так будет. Поэтому на сегодняшний день у нас тренировочный процесс не остановлен, он продолжается в школах города Николаева, значит, в образовательных учреждениях наши тренеры работают. Поэтому мы продолжаем показывать высокие результаты. В этом году у нас и чемпионы Украины есть, Андрей Левицкий, там Владислав Ларкин, Анжелика Ломакина завоевали золотые медали. Поэтому Николаевская шахматная школа продолжает свое, значит, шествие по стране. Я думаю, что это найголовніше в цей час. Да, дети работают. Дмитро, дякуємо вам за визит. Сподіваємось, що наші миколаївці маленькі, юні шахісти, так, покажуть хороші результати на турнірі. Дякуємо вам за візит, бажаємо вам успіхів. Продовжуйте свою нелегку, але потрібну справу. Большое спасибо за приглашення.